Здравствуйте, уважаемые зрители! Леонид Куравлев был доставлен в коммунарку перед Рождеством. Сюда актера привезли из пансионата для престарелых. Врачи смогли стабилизировать состояние Леонида Вячеславовича, но вылечить его хронические заболевания они не в силах. Источник в медицинских кругах сообщил, что 85-летнего актера готовили к выписке и отправке в пансионат. Но в ночь с воскресенья на понедельник его состояние резко ухудшилось. Врачам пришлось ввести Леонида Куравлева в искусственную кому. Сейчас врачи делают все возможное, но прогнозы дают неутешительные. Как это ни печально, но шансов у актера мало. Возраст Леонида Вячеславовича оставляет совсем немного надежд для положительного исхода. Сам актер задолго готовился к своему уходу. Он хотел быть похоронен на Троекуровском кладбище. Место под могилу он выбрал сам. Троекуровское кладбище считается филиалом Новодевичьего. Здесь хоронят политиков, военных, ученых, артистов. В 2012-м на 73-м году жизни скончалась его любимая супруга Нина Васильевна, преподаватель английского языка и директор школы. На могиле жены на Троекуровском кладбище он установил гранитное надгробие, на котором золотом выбито и его имя без даты. Леонид Владимирович, очевидно, никого не хотел обременять и все сделал сам, заранее озаботившись собственными похоронами.